По поручению главы государства вопросам равномерного развития всех районов и активизации строительства жилья уделяется отдельное внимание. В рамках государственных программ в регионе реализуются масштабные проекты по строительству жилья. В результате объемы жилищного строительства с каждым годом растут, отметил в своем выступлении Ербол Карашукеев. Уважаемые жители, город Жанатас ежегодно улучшает жизнь своих горожан, количество жителей растет. В связи с этим, как известно всем, увеличивается спрос на жилье и очередь на получение жилья становится все длиннее. Сегодня более 1700 горожан стоят в очереди на квартиру. Перед руководителями района поставлены конкретные задачи по обеспечению жителей доступным жильем. Если в прошлом году 185 граждан получили жилье, то в этом году планируется приобрести 278 квартир. На эти цели в текущем году планируется выделить 3,2 миллиарда тенге. Сегодня мы вручаем ключи от 34-квартирного дома жителям, которые долгие годы стояли в очереди. Многоквартирный дом, отремонтированный собственником за свой счет, был выкуплен государством за 445 миллионов тенге. Уважаемые жители, еще раз поздравляю новых владельцев жилья с новосельем. Желаю вашим семьям мира, благополучия, достатка и согласия. В доме в 6-м микрорайоне, построенном в 1990-х году 24 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Его реконструкцию провели за счет индивидуального предпринимателя и передали в государственный фонд. Здесь также построили детскую игровую площадку. Отметим, что квартиры получили очередники, в том числе многодетные и малообеспеченные семьи. Одной из счастливых обладателей квартиры стала мама шестерых детей Малика Алибекова. Мы долго мечтали о своем доме, много лет стояли в очереди. Сегодня наша мечта сбылась, и мы очень благодарны руководству области и района за этот подарок. Пусть в каждом доме будут только счастливые моменты. В текущем году в Жамбылской области планируется ввести в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья. С начала года введено 390,1 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день ведется строительство 78 домов на 3709 квартир, из них 51 дом. А это 2569 квартир планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Кроме того, в рамках программы «Аулиатажи стары» планируется выдать ключи от 140 квартир. В 2023 году построено 19 многоэтажных домов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 51 дом на 2569 квартир. Также для социально уязвимых слоев населения в прошлом году приобретено 864 квартиры. В текущем году планируется купить 1575 квартир. Кулюш Умурзакова, Адиль Сайлаубеков, Алимжан Ахпаев, 77 News.